В Орле Николай Николаевич, говорите, пожалуйста. Я, Лунов Андрей Николаевич, выполняю обязанности исполнительного директора Межрегиональной шахматной федерации Центрального федерального округа с мая месяца 2008 года. За прошедшее время наша организация дважды проверялась Министерством юстиции. Федерация участвовала в одном судебном процессе. Каждые 4 месяца оформляются отчеты в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, один раз в год в Министерство юстиции и составляется статистический отчет. 5,5 лет все перечисленные вопросы являются проблемами одного человека. Ни одна из 16 федераций, кроме Орловской области, входящих в состав ЦФО, ни один из руководящих работников, различных заместителей и вице-президента Межрегиональной ассоциации за прошедшее время не смог совершить ни одного конкретного действия для изменения ситуации. Все предпочитают обсуждать вопросы на конференциях, собраниях, ассоциациях, спорить, вот, решать очень важные вопросы, но никого не интересует проблема существования Межрегиональной шахматной федерации Центрального федерального округа в юридическом поле Российской Федерации. Вот. О ненормальности данной ситуации я сообщал абсолютно на всех конференциях и собраниях. Вот. Но кроме идей, которые ни к чему не приводят, не дождался ни одного реального поступка. События 2013 года после создания обособленных подразделений Российской Шахматной Федерации, кроме того, продемонстрируют, что во многих случаях решение Межрегиональной Шахматной Федерации ЦФО является промежуточным и имеющим непонятную ценность. С 1 по 21 октября 2013 года Министерство юстиции Российской Федерации по Орловской области проводили очередную плановую документальную проверку деятельности АОО «Межрегиональная шахматная федерация ЦФО». Копия уведомления с перечнем документов, тут 21 пункт документов, вот, прилагается. В настоящее время готовится решение по итогам проверки. По устной информации от сотрудников Министерства юстиции сообщается, что возможно начало ликвидации ассоциации. Вот. Подобные угрозы осуществлялись и ранее, но как-то урегулировались. Вот. На основании вышеперечисленного сообщаю, что в 2014 году будет начать процесс ликвидации Межрегиональной шахматной федерации Центрального федерального округа. Я, Лунев Андрей Николаевич, в одиночку не намерен больше заниматься ее содержанием. Вот, вот это письмо просил это прочитать.